Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Наконец-то наступила долгожданная весна, а это значит, что приближается самый весенний, самый светлый и теплый праздник 8 марта, Международный женский день. Самая главная традиция – это цветы и душевные пожелания в этот праздник. Гринвиль для праздника предоставляет огромнейший выбор цветов, букетов и горшечных композиций, декоративно-цветущих, декоративно-лиственных и других атрибутов к празднику. И приглашаем вас к нам в гости. Работаем мы в праздничные дни с 7 утра до 9 вечера. Обязательно приезжайте. Мы находимся по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9. В праздничные дни у нас работает 11 касс, а это значит, что мы гарантируем быстрое качественное обслуживание. Ну и, конечно же, всех милых, дорогих дам мы поздравляем с приближающимся праздником, желаем вам весеннего настроения, всего самого наилучшего. Начинаем наш обзор, видеообзор, экскурсию по торговому залу. У нас огромные праздничные поставки, будет много интересного. Обязательно досмотрите наше видео до конца. Мы начинаем с цветущих луковичных. Эти растения, которые можно приобрести единственный раз в году, ну, исключая осень, когда они приходят в виде луковиц. Но вот в таком вот виде, в цветущих горшечных растений, можно приобрести их весной, именно к 8 марта. Луковичные растения – это символ приближающегося тепла, приближающегося оживления природы. И символично будут подарить вот целую корзинку вот таких вот замечательных весенне-цветущих растений. Здесь у нас корзинки гиацинты, вот такие шикарные ирисы и нарциссы. Сейчас мы по каждому пройдемся отдельно, покажу вам цены, сориентирую по ценам, что сколько стоит. Если поставить такую вот композицию в корзинку, будет очень милая весенняя подарочная вариация для ваших дорогих милых дам. Подойдет она абсолютно любой даме и порадует точно 100%. Так, давайте начнем с вами обзор с луковичных. Здесь у нас нарцисс. Тет-а-тет, в горшочке 5 луковиц, 397 рублей оптовая цена. Цвет у них желтый, они на цвету сейчас. А луковичные требуют прохладного содержания, тем самым вы продлите время цветения. Чем теплее в помещении, тем быстрее наступает отцветание. Поэтому позаботьтесь заранее о том, где вы будете хранить свои горшечные луковичные. Потому что чем дольше будут растения цвести, радовать, тем больше будет настроение весеннего, солнышко в помещении. Поэтому можно впоследствии, после отцветания и после того, как у нас зелень подзасохнет, можно вытащить луковички, просушить их и весной опять же высадить в грунт, в сад. Если у вас есть дача, например, пожалуйста, готовый вариант растения, которые в дальнейшем будут радовать уже вас в саду. Далее. В наличии у нас представлены тюльпаны. Тюльпаны пока еще вот в таком виде. Это лучший вариант для подарка, вот когда они еще на бутонах. То есть там бутоны внутри, можно прощупать, они плотненькие. В тепле они довольно быстро начинают раскрываться, буквально 3-4 дня, и уже раскроются хорошенькие бутончики. Можно посмотреть цвет на горшочке. Здесь вот представлен сорт. Здесь вот у нас как раз такой бахромчатый необычный тюльпан. И в одном горшочке 3 луковички. Замечательные гиацинты также представлены в разных вариациях. Есть горшочек с 3 луковичками. Они как раз на бутончиках еще. Несколько дней нужно для того, чтобы раскрыться. Вот такой горшок стоит 359 рублей. Цена оптовая. И вот такие вот поштучно гиацинты, 119 рублей. Здесь цвет горшочка соответствует цвету растения. Можете посмотреть. Будут очень симпатичные, мощные такие соцветия высокие, с крупными цветками колокольчатыми. Нежнейшие ирисы. Сейчас они также в раскрывшемся состоянии. Отлично подходят для составление композиций каких-то, для подарка, как комплимента к основному подарку. Можно просто завернуть в крафтовый пакет какой-то, или просто поставить декоративный пакетик, или миниатюрную корзиночку взять, или воздушную бумагу, тишью, например, использовать, обвязать какой-нибудь красивой ленточкой, и это будет
очень нежный, шикарный подарок для любой дамы. 329 рублей, вот такой горшочек. Не забывайте, что ирисы также подходят для выращивания в открытом грунте. Их можно спокойно высаживать весной, и будут радовать они вас каждый год уже в открытом грунте. Кстати, гиацинты у нас на акции. У нас акционная цена 119 рублей. Ну и как раз-таки готовый вариант композиции из луковичной. В частности, это у нас гиацинт, 3 луковички в одном горшке, вот в таком подарочном прозрачном пакете. Здесь у нас идет цветная пленка внутри, вставка, топпер деревянный 8 марта. И готовый вариант в качестве корпоративного подарка отлично подойдет. Или для своих милых, любимых дам можно вот так преподнести. Стоимость вот такого подарка 450 рублей. Цвета здесь в ассортименте. Есть белые гиацинты, розовые и вот такие сиреневые. Очень по-весеннему, нежная гамма, порадует любую даму. Рядом сразу покажу вам композиции из гортензии. Очень много запросов поступает к нам по поводу гортензии крупнолистной. Это комнатная гортензия. Она также у нас представлена вот в таких вот шикарных пакетах. И внутри вставка с пленкой. Пышные шапки цветут. Очень удобно дарить, вот такой преподносить подарок. Готовый букет, так сказать. 890 рублей вот за такой пакетик. Цвета здесь тоже в ассортименте. Конечно, гортензия, в отличие от букета, стоит намного дольше. И если будет прохладно в помещении, то цветение продлится намного дольше. Также ее можно подкислять, например, поливать подкисленной водой или специальными квасами, в результате чего она будет видоизменять свой цвет. Можно высаживать в открытый грунт, дождавшись весны, высадить ее в открытый грунт, как контейнерное растение, например, выращивать в уличных условиях, либо потом впоследствии заносить ее на зиму в помещение. Поэтому тоже такое довольно-таки универсальное растение, как комнатное, так и для открытого грунта. Пойдемте дальше. Конечно же, классическое растение для подарка – это хризантема. В руках у меня одноголовая хризантема Зембла. Здесь 3 головы. А в горшочке вот так 3 пп, еще по-другому называется, 679 рублей. Горшок 13 сантиметров диаметра, и высота у нее где-то 35 сантиметров. Роскошный подарок, это уже готовый букет практически. Если, например, также украсить его крафтовой бумагой, или, например, обернуть какой-нибудь пленкой, фетром и так далее, и поставить, например, в пакет, то тоже будет альтернатива букету. Стоит она очень долго. И также ее можно весной высадить в открытый грунт. Из кустовых хризантемы есть различные вариации цветов, очень яркая. Здесь она не вся в открытом состоянии, много бутонов у нее. Ну, например, если в открытом состоянии практически, вот так вот она будет выглядеть. Очень красивые крупные ромашковидные цветы. Хризантема по стоимости 399 рублей. Такой вот горшочек 12 сантиметров диаметром. Тоже великолепный подарок и готовый практически букет. Готовый вариант подарочной хризантемы. Вот в таком вот пакете пластиковом. Вставка, пленка цветная и топпер. Все в дальнейшем использовать можно повторно по отдельности для каких-то нужд. Вот так вот можно подарить сразу. Также очень хороший корпоративный подарок. 550 рублей вот такая сумочка. И здесь у меня в руке вот такой вот пакет в цвет, в тон хризантемки, 650 рублей. Здесь у нас, кстати, вот такая вот открыточка сразу. Можно ее подписать, милое пожелание. И внутри у нас бумага тишью. Очень натуралистично смотрится, экологично и мило. Большой выбор цикламенов. Также у нас представлен сейчас в торговом зале. Цикламен – это нежное, можно отнести даже к весенним, зимним растениям. Очень долго цветет и долго радует своим цветением. По ценам сориентирую. 429 рублей. Цикламен микс. Здесь разные цвета представлены. Простой цикламен, крупноцветковый. Цикламен вот такого плана в подарочной упаковочке, тоже микс с наилучшими пожеланиями, вот такая коробочка. Кстати, готовый вариант подарочный,
стоимость 469 рублей. Рядом цикламен Curly Mix 637 рублей. Особенность этого цикламена — у него бахромчатый край. Крупный цветок, бахромчатый край и махровость выраженная. Далее, цикламен макропастель 399 рублей. Также цвета в ассортименте. И вот такие крупные шикарные цикламены 659 рублей. Очень мощная у них зелень и большая шапка цветов. Они на бутонах. Цикламены у нас также любят прохладу, прохладное содержание, умеренный полив. И в дальнейшем, после того, как они отцветут, они отмирают. Это естественный процесс, не нужно этого бояться. Потом просто он переходит в стадию покоя. Нужно оставить где-нибудь в темном прохладном месте клубень, который находится в горшочке. Через некоторое время он снова прорастет, и вы его пересаживаете, и он снова начнет цвести через некоторое время. Поэтому не бойтесь того, что он после отцветания может полностью отмереть в верхней части. Готовые варианты композиции цикламенов вы также можете найти в нашем торговом центре. Здесь представлено два варианта. Вот такие вот миниатюрные сумочки за 499 рублей. Здесь специальная сумочка с водоотталкивающим покрытием и вставка птичка. Очень мило смотрится по-весеннему, создает приятное настроение. Сумочки побольше. Здесь у нас цикламены более крупного диаметра. 699 рублей. Цвета тоже в ассортименте. Есть вот такие вот контрастные сочетания. Красный с желтым очень ярко, насыщенно. И есть однотонные сочетания. Розовый с розовым. Очень нежно смотрится. Также сумочки с водоотталкивающим покрытием, которым нужно использовать в дальнейшем для своих каких-то целей. Ну, естественно, цикламен впоследствии пересадить. На акции у нас представлена роскошная азалия. Вот в таком вот варианте. Она на бутонах и наполовину раскрывшаяся. Здесь разные цвета стоимостью 722 рубля. Очень эффектно будет смотреться она в виде альтернативы букета. Ее также можно завернуть в бумагу, использовать красивую упаковку, также поставить, например, в пакет какой-то или в корзинку, и она будет роскошно смотреться. Даже никаких других растений не добавляя, а только ее подарить можно, и она произведет, конечно, эффект. Также она любит прохладу, любит влажность, чтобы земляной ком был умеренно увлажненным, но не используйте в качестве поливочного способа лед. Ни в коем случае, потому что переохлаждение корневой системы губительно для азалии. Лучше поместить ее в светлое прохладное помещение, например, на окно даже какое-нибудь рядом со стеклом, и она будет там себя прекрасно чувствовать. В дальнейшем пересадить в кислый грунт, и она будет расти и радовать вас долгое время. Кстати, на азалиях есть вот такие вот специальные вкладыши, этикетки, где вы можете даже посмотреть, как ухаживать, если вы не особо знакомы с этим растением или впервые с ним встречаетесь, или вы новичок. Здесь вот все написано, как поливать, рекомендации по уходу, и даже в виде картинок есть. То есть обращайте внимание на такие вещи, они очень полезные и пригодятся в дальнейшем при уходе за растением. Самое популярное растение, которое приобретают для подарка на 8 марта, это каланхоэ. Как корпоративный подарок или просто комплимент к основному подарку. Очень выгодное, яркое, интересное растение, которое можно превратить в какую-то композицию интересную или добавить куда-то. То есть довольно-таки пластичное, популярное растение. Выбор у нас большой, ассортимент по цветам большой. Давайте сейчас просто пройдемся в ряду, где они у нас расположены. Например, вот такое колхоя каландива 359 рублей. Здесь горшочек идет 10 сантиметров диаметра и высота у растения 25 сантиметров. Цвета тоже в ассортименте. Так, здесь они у нас в рядах. Далее, горшочки более меньшего диаметра, 9 сантиметров, 299 рублей. Цена также, вернее, цвета в ассортименте. Вот можете посмотреть. Большая вариация, большой выбор. Вот такого плана. Показать сейчас. Очень симпатично смотрится.
чем больше бутонов на растении, тем дольше будет цветение длиться. Соответственно, продляйте цветение, если приобрести растение с бутончиками. Какой роскошный цвет, какое роскошное раскрытие. Вот это очень необычное каланхоя. 299 рублей. Цена более чем приятная. Вот такие вот миниатюрные каланхоя. Диаметр 7 сантиметров, высота у них где-то 16 сантиметров. 239 рублей. Они у нас, кстати, сейчас на акции, именно вот этот вариант. И сейчас мы вам покажем различные композиции, которые можно также преподнести с каланхоя своим любимым дорогим дамам. К таким праздникам, как 8 марта, мы стараемся максимально разнообразить выбор подарочного варианта. И в качестве растения, которое подойдет для подарка, это каланхоя. Классичная в любом варианте. Можете посмотреть, какой ассортимент готовых композиций можно приобрести у нас в торговом центре. Например, вот такие вот каланхоя в сумочке, водоотталкивающее покрытие. Здесь внутри бумага тишью и вставка птичка. Весенний вариант 550 рублей. Также готовый корпоративный подарок. В руках у меня вот такая композиция со спатифилумом. Я говорила, что каланхоя прекрасно сочетается с растениями, с любыми. Очень нежно смотрится по весеннему. Здесь как раз таки уже надпись готовая с 8 марта. Вот такая вот ручка. 650 рублей. Растение можно рассадить потом в дальнейшем. А есть одиночная каланхоя вот в такой же сумочке с вставкой птичкой. Бумага тишью внутри. Стоимость 399 рублей. Очень бюджетно. И подойдет практически для любого вкуса. Вот такая вот прозрачная сумочка. Контрастный цвет. Здесь у нас оранжевый. Вставка топпер деревянная. 8 марта. Стоимость 399 рублей. Давайте сюда еще заглянем. Здесь у нас целый стол с композициями. Вот такие вот интересные деревянные ящички. Можно приобрести. Также здесь патифилум у нас находится и каланхоя. Растения здесь не высажены, они просто вставлены в этот деревянный ящичек. Вставка птичка. Стоимость 950 рублей. Ящик в дальнейшем можно использовать по своим каким-то целям. Так, далее я покажу еще корзинку. Роскошный. Один из самых популярных вариантов приобретения каланхоя. Очень любят вот такие вот шикарные корзинки с несколькими каланхоями. Здесь несколько растений, которые можно даже потом в дальнейшем высадить в один горшок все вместе. И будет у вас такая вот интересная цветовая гамма. Очень ярко, по-весеннему. Можно даже самостоятельно подбирать растения. Например, взять более сочные, яркие контрастные оттенки, например, красные, желтые, и сочетать их между собой. Здесь вот более такая нежная цветовая гамма. Стоимость вот такой корзинки 1998 рублей. Цветет каланхоя долго, особенно если на бутончиках много бутончиков, то продлится цветение может до месяца буквально. И давайте еще один вариант покажу. Здесь у нас не каланхоя, но тоже всеми любимое растение. Это синполия или фиалка. Очень красивая композиция, тоже весенняя. Здесь у нас в комплекте с спатифилумом. Их можно потом отдельно рассадить. Можно какое-то время даже держать вот в этом горшочке, пока цветут растения. Спокойно вы поливаете. Здесь внутри проложено все пленочкой. Можно спокойно поливать горшочек аккуратненько. И будет в таком виде оно находиться длительное время. До месяца. Ну, потом, конечно, впоследствии после отцветания желательно растение пересадить. Стоимость вот такой композиции 1199 рублей. Деревянная у нас идет такая вот ящичек деревянный, handmade. Очень эффектно, стильно смотрится. Посмотрите, какие интересные композиции мы приготовили для юных дам. Здесь вариации идут с вставка игрушка, такие зайки в крафтовом пакете. Крафтовая такая коробочка интересная, каланхоя, игрушка,
Стоимость 599 рублей. Смотрится, ну, очень миленько. И похожая вариация корзинки, но уже также с вставкой зайка. Это у нас немножко уже даже пасхальная тематика. В дальнейшем можно ее использовать. 1590 рублей. Вот такая корзинка. Здесь у нас 5 каланхоя. Такой вариант еще заек. Очень миленько смотрится. Стоимость 599 рублей. И также вариации с зайками в крафтовых пакетиках есть с симполией или фиалкой. Прекрасный подарочный вариант – это орхидея. У нас представлен широкий ассортимент орхидей в торговом зале. Стоимость орхидеи один цветонос 998 рублей. Цвета тоже в ассортименте. Есть вот такие роскошные букеты. Два цветоноса 1799 рублей. Также можно подобрать для себя какие-то интересные расцветочки, пополнить свою коллекцию. Ну или если начинающий цветовод и мечтает об орхидее, то тоже можно приобрести какую-нибудь интересную расцветочку и порадовать близкого человека. Так, вот здесь у нас тоже представлены фаленопсисы. Один цветонос, два цветоноса. Можно даже найти вот такие интересные расцветки. И на нижней полочке у нас большой выбор мультифлоры. Это орхидеи с большим количеством цветков. Они не крупные, но обильно цветущие, создают такое облачко. Давайте покажу. Интересные такие расцветки. Посмотрите, какие роскошные. Это компактные орхидейки. Они не занимают много места. У них сама по себе небольшая зелень, листовая масса и такое компактное расположение цветков. Интересно смотрится, кстати, вот такое вот разветвление пушистое. Также можно в качестве подарка преподнести. Стоимость одной орхидейки, так сейчас скажу, 939 рублей. Здесь также у нас мультифлора, один цветонос, 899 рублей, цвета в ассортименте, опять же. Да, вот такие вот встречаются интересные травчатые. Это у нас сорт Sunset Love даже. Популярный довольно-таки сорт. Все за ним охотятся. И даже в качестве дополнения к орхидее можно в комплекте преподнести какие-то уходовые средства, например, или грунт для пересадки. То есть вы можете взять орхидейку и вот так, например, поднести с каким-то уходовым средством. Сейчас у меня тут паста цитокинина, которая стимулирует бутонообразование цветоноса. И вот так вот подарить. В руках у меня уже практически последние, да, несколько штучек осталось. Вот такие вот орхидеи мультифлоры Арома с ароматом. Один цветонос. Очень интересная у них листва. Она крапчатая. Ну и запах, конечно, идет. Очень такой интересный ванильно-шоколадный запах. Их осталось всего несколько штучек. На нижней полочке у нас шикарные, огромные фаленопсисы королевские. Вот такие вот крупные белые. Два цвета носа с крупными цветками. Вообще белый цвет – это торжественный цвет. И если вы не можете выбрать, какую орхидею, какого цвета преподнести, то сразу останавливайтесь на белом цвете, потому что это чистый торжественный цвет, который удовлетворит любой вкус абсолютно. И вот такая вот у нас орхидейка. Стоит 1899 рублей. Горшок 15 сантиметров диаметра. Это уже крупная орхидея. И, конечно, листья у нее мощные, огромные. То есть места ей требуется больше, и горшок для пересадки требуется большой. Камбрии. Сейчас тоже покажу, какие камбрии. Это альтернативные виды орхидей. Очень интересные, необычные. Вот такие пестрые. Это для любителей экзотики. Камбрия 998 рублей. Мильтония.
нежнейшая орхидея с огромными шикарными цветками. Очень красивое раскрытие у нее. Можете посмотреть, какая-то необычная форма цветка. 899 рублей. Мельтонии на бутонах в основном сейчас идут, но они раскрываются очень долго, и цветение длится у них до 3 недель. Очень интересные, можно посмотреть вариации. У нас большой выбор. 899 рублей, еще раз скажу. Дендробиумы. Королевский дендробиум. Также у нас представлены в наличии. Нобеле Стар Класс. 899 рублей. Они на бутончиках еще, но когда они полностью раскроются, то это будет очень симпатично. Такое вот пышное растение с стойким ароматом экзотическим таким, цветочным. Также может порадовать любителей орхидей чего-то необычного, экзотики. И, конечно же, несмотря на свой внешний вид необычный, они очень простые в уходе и также радуют впоследствии цветения. Здесь на нижней полочке у нас идут сортовые фаленопсисы Magic Arc или Алмазное небо. Вот такая вот пестрая, красивая орхидейка. Кто сортовыми орхидейками увлекается, это тоже популярный довольно-таки сорт. И у нее высокая склонность к мутациям. Она может проявлять себя по-разному с каждым цветением и как-то необычно цвести в последующие разы. Большой выбор антуриумов также представлен в нашем торговом зале. И несмотря на то, что это классический мужской цветок, мужское счастье, всеми известное, покрывало в форме сердца символизирует любовь. И также может мужчина подарить своей любимой даме это растение, тем самым показать ей свою любовь. Антуриумы в таком варианте интересный подарочный пакет с сердечками, уже совсем любовь-любовь. 935 рублей такого плана. И такие шикарные антуриумы. Это у нас сорт Red Bull, 1799 рублей. Это уже крупномерный антуриум, который требует напольного размещения или на подставочке. Более крупный горшок. Цветут, конечно, они шикарно, насыщенный красный цвет, будет ярким-ярким пятном в интерьере. Сейчас антуриум — это очень популярное растение в интерьере, в озеленении. Стоит присмотреться обязательно. Антуриумы микс также у нас представлены в диаметр 9 сантиметров. Цвета разные, здесь есть ванильный, красный, темно-красный и розовый. Стоимость 579 рублей. Они по акции как раз. Можно преподнести несколько растений, сразу такой составить композицию, либо можно сольное растение. А также есть антуриум Pink Champion. Очень интересный сорт. Насыщенный розовый цвет, необычная форма покрывала. И стоимость его 739 рублей, горшочек 9 сантиметров в диаметре. Сорт у нас компактный, не сильно разрастается и имеет некрупный цветок. Конечно же, популярный антуриум — это Шерцера, вариация, 439 рублей, разные цвета, крупные покрывала интересные вот такие и довольно-таки мощные листья. Они также роскошно смотрятся, когда их несколько вместе. Так, антуриумы, эти мы уже показывали предыдущие минуты. Так, здесь у нас вот такие интересные черные антуриумы. Тоже очень такого, даже не черный, шоколадный, насыщенный цвет. Сейчас стоимость скажу, сориентирую. На 1399 рублей. Black Love. Рядом Амалия Элеганс. Стоит 1572 рубля. Необычное такое сердцевидное покрывало. Двухцветное. Очень яркие антуриумы. Orange Champion. Вот такие насыщенные цвета. Они представлены в двух вариациях. Диаметр 14 сантиметров. 1199 рублей. Здесь у нас две полочки антуриума Success Red. Это классика. Самый классический антуриум Андре.
Вот такое классическое покрывало у него сердцевидное, желтое, початок. Пышное цветение, сорт довольно-таки компактный, он не разрастается до огромных размеров, многоцветковый, долгоцветущий, популярный вот такой вот антуриум. Очень симпатично смотрится. И стоимость у него 939 рублей. И необычный антуриум, новиночка у нас, это сорт Эсудо, 859 рублей. Необычная окраска, она не красная, не малиновая, необычный розовый насыщенный цвет. Необычное само по себе покрывало, асимметричной формы, желтый початочек, много бутончиков у нее и светлый лист. Сорт также относится к компактным. Он не вырастает слишком огромным, таким разлапистым, более такой аккуратненький. И листва у него такой вот плотненькость, нормально расположена, никак в разные стороны она не разваливается. Здесь у нас антуриум Белиза 17 диаметр и огромное количество миксов. Разные оттенки антуриумов представлены в миксах, 1199 рублей. Здесь можно посмотреть разные сорта найти. Ну, по окрасу есть нежно-розовые, персиковые оттенки, двухцветные, красные даже насыщенные и так далее. Это тоже считается как напольный антуриум, крупный уже идет, либо выращивается на подставочке, либо на полу. От мужского счастья переходим к женскому. Спатифилум, весеннее растение, классический подарок. Также можно преподнести с пометочкой «Женское счастье». Спатифилумы шапены у нас на акции представлены. 9 сантиметров диаметр горшочек, высота 30 сантиметров, 374 рубля. Вот такой вот ассортимент, разнообразие. Можно даже уже сразу посмотреть готовую вариацию, преподнести как можно такой спатифилум в таком вот пакетике. Можно абсолютно любой использовать цвет. Так вот у нас яркий, насыщенный окрас. Пакеты также у нас представлены в огромном количестве. Главное, подбирайте по пропорциям, не слишком большой и не слишком маленький пакет, чтобы не казалось это слишком громоздко, растение не потерялось в пакете, ну и, конечно же, чтобы было удобно вот так вот транспортировать. Добавляем топпер яркий, здесь у нас такая бабочка деревянная, либо можно какой-то топпер праздничный добавить, 8 марта, любимой маме и так далее. Ассортимент у нас тоже огромный топперов и готовая вариация подарка. 550 рублей. Можно готовый преподнести, можете сами самостоятельно собрать готовую композицию. Итак, спатифилумы еще по сортам сейчас скажу, какие у нас представлены. Это Свит Чика, 680 рублей. Крупные спатифилумы уже идут. Темный крупный лист. Представлены они в разных вариациях, немножко по высоте разные. И еще один вид, вот такой вот Корто, спатифилум Корто. Очень необычный, у него длинные цветоносики, не крупные покрывальца. И вот они вот так возвышаются над листвой, смотрится очень миленько, забавно. Стоимость Корто 579 рублей. Для любителей декоративно-лиственных растений, необычные. Алаказия Бомбина Эроу. Вот такая вот роскошная алаказия. Стоимостью 639 рублей. Также она порадует своего обладателя. И вот такой вариант алаказии. Стоимостью 1997 рублей. Это алаказия Венти. Крупноцветковая. Довольно-таки крупная, масштабная, ей требуется много места, но смотреться она будет роскошно в интерьере. К тому же сейчас ароидные алаказии – это мега популярные растения в озеленении. Очень стильное растение, вот такой замиоколька, супернова, 2992 рубля. Это черный замиоколькас, у него пигментация на листьях практически вся темная, имеет такой темно-фиолетовый, практически черный окрас. Молодые листья зеленые, но впоследствии не приобретают темный окрас.
очень необычный сорт, но, несмотря на свою красоту, он неприхотлив, как и обычный замиакулька замиелистный, и не требует особых каких-то условий. Поэтому обязательно присмотритесь к этому варианту. Может быть, кто-то давно охотился за ними. Сейчас они есть в наличии. В сочетании с шикарным, например, графичным горшком в напольном варианте это будет смотреться очень стильно, дорого и шикарно. Еще один из вариантов подарочных декоративно-лиственных растений – это вот такой вот интересный кодиум. Кодиум Иситон. Стоимость его 1698 рублей. Очень яркий. Вот такое солнышко в интерьере. Сейчас день световой у нас прибавляется. Если разместить его рядом с окошком, то он начнет активно обрастать и появятся яркие такие вот оттенки в его листьях. Чем больше освещения для подиума, тем лучше будет он проявлять этот цвет и будет ярче. Еще одно растение, которое также прекрасно подходит для подарка, это фикусы. Фикус Green King, его брат King. Green King это не варигатный сорт мелколистный, такой компактный, очень интересный, пушистый довольно-таки. Также можно в качестве подарка преподнести для любителей декоративно-лиственных растений при хорошем освещении. Будет активно наращивать зеленую массу. И при формировании, например, при стрижке, также можно сделать из него какие-то интересные формы. Либо пустить его в свободный рост, и будет у вас шикарное дерево через несколько лет. 519 рублей. Также мы подготовили в качестве подарков огромное количество композиций из суккулентов. Это композиции в стекле, флорариумы, композиции в керамических интересных вазах и в горшочках. Давайте посмотрим сейчас, даже в деревянных ящичках у нас здесь представлены. Давайте сейчас посмотрим, какие вариации есть. Композиции суккулентов – это сейчас мега популярные в качестве подарочного, в качестве выращиваемого культуры в домашних условиях вариации. То есть можно не особо заботиться о таких композициях, а периодически поливать, и они будут долгое время радовать. Растения здесь уже высажены в специальный грунт, специально подготовленный по технологии, агрономами высажены, все технологии соблюдены, и можно быть 100% уверены, что растение будет у вас жить в дальнейшем очень долгое длительное время. Вам остается только найти подходящее для композиции место, очень хорошо освещенное, например, окно светлое, или установить дополнительную подсветочку над композицией и периодически поливать. Суккуленты у нас не требуют слишком частого полива, особенно в зимнее время, и поэтому один раз в две недели по чуть-чуть поливаем и наслаждаемся внешним видом. Особенность композиции в стекле то, что здесь нет стока воды, поэтому поливать такие композиции крайне аккуратно. Важно не перелить. Основное правило, которое мы должны соблюдать, лучше не долить, чем перелить. Что касается и кактусов, и вот таких вот суккулентов. При поливе не допускайте попадания влаги на листья, особенно сочных суккулентов, таких как эчеверии, алоэ, хаворти и другие, так как могут начать подгнивать листочки. Лучше выбрать рядом местечко, например, какой-нибудь камушек, и на него с помощью тоненькой леечки, например, или шприца поливать водичку. Водичку лучше брать с комнатной температурой, либо тепленькую, и аккуратненько очень поливать. Удобрение вносится крайне редко, в половинной дозе один раз в месяц. Ну и посмотрите, какое разнообразие. Сейчас по ценам вас я соориентирую. Вот такая огромная композиция флорариум. 3998 рублей. Здесь много видов суккулентов. Вот такая очень интересная композиция в ящичке. 2300 рублей. Здесь у нас кактусы. Все проложено пленочкой. Никуда у нас ничего не выльется. Вода никуда не проникнет. Классические суккуленты флорариума формы 3500 рублей. Смотрится очень оригинально, необычно. Формы разные. Есть капли,
есть сердца, есть додекаэдры и так далее, различные геометрические формы. Также здесь у нас представлены композиции флорариума из декоративно-лиственных растений. Напоминаю, что суккуленты и декоративно-лиственные растения не высаживаются вместе, потому что у них разные требования к влажности, к условиям содержания. Поэтому в дальнейшем, если вы, например, вдохновитесь идеей, соберетесь создать флорариум, обязательно помните это правило, что суккуленты и кактусы у нас отдельная группа, а декоративно-лиственные растения – это отдельная группа. Здесь также роскошный большой выбор готовых композиций флорариумов. Например, вот такая очень эффектная композиция с сансевьерами. Здесь три вида сансевьеры: хавортия и ичеверия. Стоимость 6900 рублей. И форма флорариума орхидариум. Рядом тоже в форме орхидариум у нас из декоративно-лиственных растений представлена композиция. Здесь у нас силенгинелла и традисканция, и аспарагус. Чтобы не разрастались сильно растения, можно аккуратно их подстригать. Ну и растения также подбираются по типу небольшой скорости роста, не сильного разрастания и компактности. То есть растение не будет слишком быстро расти и длительное время будет сохраняться такой внешний вид. Вот такой вот миниатюрный флорариум капля, 1900 рублей. Здесь два вида кактуса. Натуральный декор, здесь сфагнумы и вот такая вот необычная крошка, здесь, по-моему, кирпич битый, тоже очень необычно смотрится, для интерьера можно подобрать что-то интересное для себя. И вот такая вот композиция, в вазе трубка, 4500 рублей, яркая, эффектная. Так, давайте еще такой посмотрим. Здесь бутыль. У нас вот такая композиция интересная с аспарагусом. 2900 рублей. Яркие очень. Для любителей чего-то необычненького. Здесь у нас гимнокалициум двухцветный, кактусы и чивирия. Имитация природы. И натуральных материала. Вот это тоже очень композиция интересная. В такой вазе гранит, натуральный камень. Здесь суккуленты и цветущая опунция. Тоже очень эффектно смотрится, стоимостью 2500 рублей. Ну, конечно же, морская тематика у нас присутствует. Гимнокалициум, различные пушистые кактусы. Такой яркий голубой дизайн. Можно рассматривать бесконечно. Выбор их очень большой. Интереснейшие вариации. Приезжайте, смотрите, выбирайте. И напоминаю, что флорариум — это долговечная композиция, которая будет радовать вас долгие-долгие годы. В дальнейшем можно будет пересадить растения из этих форм, их использовать повторно, растения высадить в отдельные горшочки. Продолжаем наш обзор. В холодильнике покажем срез. Продолжаем наш обзор из холодильника. Здесь сейчас мы быстро покажем срезанные цветы, сориентируем по ассортименту. За мной стеллажи с хризантемой. Стоимость начинается от 99 рублей. Кустовая одноголовая хризантема различных оттенков. Здесь у нас расположено огромное количество роз. Розы различных высот представлены, различной стоимости в пакетах от 25 штук. Есть кустовая роза, одноголовая роза, крупноцветковая. На стеллажах у нас пачки с розами, которые требуют осваивания. И также представлено большое количество тюльпанов. Тюльпаны у нас на акции. Самый классический цветок – это тюльпан. Классический подарок на 8 марта для любой девушки, для любой женщины. Стоимость тюльпана начинается от 45 рублей, упаковка кратно 50 штукам. Здесь они находятся вот в таких вот пакетах. Очень удобно брать, транспортировать. Цвета разные, большой выбор. На бутончиках будут длительное время цвести и радовать еще
очень длительное время. В тепле они довольно быстро раскрываются, но если вы поместите их в прохладу, они снова закроются и будут продолжительное время цвести. Посмотрите, какой шикарный у нас выбор. Успевайте. Все очень быстро разбирают. В нашем холодильнике вы также можете найти огромный выбор букетов и композиций на любой вкус. Композиции в деревянных ящичках, букеты, композиции в пластиковых пакетах и крафтовых коробках. Различные вариации, стили, классические, интересные, простые букеты, ромашковидные хризантемы, экзотические композиции, пионовидные розы, гвоздики и так далее. Различные цветовые сочетания. Очень большой выбор. Стоимость различная. Узнавайте о стоимости, написав нам в директ. Мы сориентируем по стоимости. Вот такие миниатюрные композиции. И роскошные шикарные букеты. Из необычных и крупномерных растений мы хотели бы вам предложить в качестве подарочного варианта цитрусовые. Несмотря на то, что Новый год у нас закончился, это может стать великолепным подарком весенним празднику 8 марта и порадовать любого своего обладателя. Потому что цитрусовые у нас плодоносят практически каждый год при условии содержания и радуют своего обладателя. Стоимость горшочка, который у меня в руках, 3400 рублей. Более крупные вариации стоимостью 6995 рублей. Здесь у нас кумкваты представлены и каламандин цитрофортунелла. Эти цитрусы можно употреблять в пищу. Они содержат большое количество витамина С и обладают бактерицидными свойствами, выделяют в окружающее пространство фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии. Очень полезно в домашних условиях держать цитрусовое дерево, особенно в детской комнате, для того, чтобы улучшать микрофлору в помещении. Далее, из крупномеров прекрасный подарочный вариант для своей любимой дамы может стать вот такой роскошный цикас, если она предпочитает что-то масштабное и необычное растение тропического варианта. Цикас или саговник – очень подходящий вариант. Стоимость у него 6792 рубля, но он порадует любого своего обладателя. Неприхотливый в уходе, будет добавлять такую тропическую нотку в интерьер и долго-долго будет радовать вас. Здесь у нас представлены спатифилумы, также крупномерные варианты есть. 17 горшочек, 17 диаметр, стоимостью 1572 рубля. За мной зониапункасы. И популярное растение – это кокосовая пальма. Вот с таким вот огромным кокосом. Пересаживается он вместе вот с этим плодом, потому что здесь содержатся все питательные вещества, необходимые для роста растения. Его убирать не следует. Стоимость кокоса 2210 рублей. Необычное растение, которое также порадует любителей чего-то эффектного и необычного. Для любительниц пальм у нас представлен большой ассортимент пальм. Это хавеи и хамидореи. Хавеи очень неприхотливые. Хорошо растут в полутени и практически особо не требуют каких-то специальных навыков по уходу. С ним справится даже новичок. Юка или ложная пальма также прекрасный может быть вариант в качестве подарка. Тоже может украсить интерьер собой. Стильные ланцетные листья будут эффектно смотреться. Хамидорея тоже неприхотливая пальма, которая прекрасно растет в комнатных условиях при условиях хорошего освещения и высокой влажности воздуха, также будет активно наращивать свою зелень. Давайте сюда вот мы заглянем. Здесь у нас спатифилум сенсация. Огромная шапка из листьев. Давайте сейчас покажу, как он будет смотреться. Конечно, это для шикарных интерьеров подходит. Украсит любой интерьер. Цветение крупное, очень эффектное. Вот с такой вот шапкой листьев. Стоимостью 4675 рублей. Вот такой вот оригинальный
спатифилум. На заднем фоне у нас также хамидорея, более крупный вариант. Стоимость ее 5525 рублей, тоже привнесет нотку тропического уюта в помещение. И, конечно же, классический вариант – это у нас фикус, фикус экзотика. Форма естественного роста, здесь вот у нас на опоре, не сформированная, 3995 рублей. Также для абсолютно любого интерьера подойдет хорошее освещение, умеренный полив и высокая влажность воздуха. Все, что нужно для этого растения, для его активного роста и долгого развития, долговременного развития. Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем наш видеообзор. Спасибо, что были с нами в эти минуты. Напоминаем, что мы работаем с 7 утра до 9 вечера в эти праздничные дни по 8 марта включительно. Находимся мы по адресу город Новосибирск, северный проезд 9. Приезжайте к нам в гости, приобретайте цветы, подарки для своих дорогих дам. Ну и, конечно же, еще раз хотелось бы поздравить наших милых женщин с этим великолепным, замечательным, теплым весенним праздником. Пожелать вам всего самого наилучшего, успехов и процветания. Ждем вас в Гринвиль.